Двухмесячная акция по предупреждению пожара в жилом секторе проходит в Тверской области. Ее организатором выступило региональное управление МЧС, где подчеркивают, мероприятие направлено в первую очередь на сохранение жизни и здоровья подрастающего поколения. В целом статистика обнадеживает. В Верхневолжье зафиксировано пожаров на 26% меньше, чем за аналогичный период 2019-го. В огне погибло на 14 человек, а получило травмы на 5% меньше, чем в прошлом году. Однако обычно в последние пару месяцев количество возгораний начинает расти. Поэтому в ведомстве и решили провести эту акцию, которая продлится до 31 декабря. И нацелена в первую очередь на профилактику гибели детей. Помощь многодетным, а также одиноким, а также семьям, которые находятся в трудной социальной ситуации. Мы будем помогать органам соцзащиты устанавливать автономные пожарные извещатели в этих помещениях. На эти цели в текущем году выделило более 4 миллионов рублей, что более чем в два раза превышает показатель прошлого года. На сегодняшний день нами установлено совместно с отделами социальной защиты населения более 5000 пожарных извещателей. Порядка такой же цифры планируется установить в ближайшие полтора месяца.